Они еще бегают, а? Рывок какой совершают. Так, с этой же стороны. Я уж испугался, что сзади меня. Нормально. А мне, слушайте, патронов так может не... А, нет, патронов хватит. Что я говорю? Чекпоинт прошел. Патронами снабдили. Снарядили! Я бы даже сказал. О! Подляночка, смотри, пошла. Сзади его мне нарисовали. Следующий, мать твою. Ой, какой Дельгадо молодец. Ой, как все хорошо с этим миниганом. Крайне эффективен. Все, ты последний. Будь добр. 600 патронов остается. Нет. Еще же что-то надо. Нет! Господи ты, боже мой. Нет, Дельгадо, конечно, эффективен, спору нет, но они потом в итоге начинают идти с бешеной абсолютно скоростью, не успеваешь всех отстрелить, всех паразитов. Может, дальше действительно пройти? Может, они на меня как-то забьют? Болт свой положат на меня? Пошли дальше. Что-то я заколебался там умирать. Ну, я умер уже там, ну, раза три, наверное. Не буду уже сейчас преувеличивать. 10-15. Раза три я там умер. Я думаю, достаточно с меня. Пошли дальше. Это может затянуться надолго потом. Буду сидеть монтировать трехчасовой кусок видео. Зачем мне это надо? Так, не, был здесь. Сейчас, стоп. Да, вот он, этот рычаг. Но! Но! Решетка слишком толстая, слишком тяжелая, по всей видимости. Эй! Господин Дельгадо! Ты не обурел? Какой-то другой способ. Какой другой способ? Неужели мне надо вернуться назад и расправиться со всеми и типа как активировать контрольную точку? Но это было бы глупо на самом деле. Но! Давайте не забывать о том, что игра старая. И они вполне себе могли... Что-нибудь такое начудить. Хотя... Господи, боже мой, козел! Подлянка, блин. Осторожней надо быть. Вот. Все хорошо. Нет, я то я думал, что... Нет, типа как игра могла быть старой, нужно было активировать чекпоинт, скрипт, чтобы сработал. Нет, все хорошо. Полная обойма, нести слово Божие куда легче. Согласен. Куда легче. Все. Дальше проходим. Вот сюда вот. Вот так вот. Господа! Группа Альфа, вперед! Уже там! Выступайте! Что вспоминать, блин! Отдавать команды, приказы... Эй! Чё там опять началось? Вообще, пойдем пока все-таки за Дельгадо. Я думал смениться за Блэк. Зашибка крутую бабеху. Ага! Открываться не желает. Не хотит. Возможно, воспользуемся какой-то другой способностью. Что опять происходит? Отойди оттуда. Ниндзя, бляха-муха. А, ну сейчас будем стоять, короче, до победного. Или дальше пойдем. Пошли, мужики, дальше. Нет, они хотят стоять. Они хотят войны. Значит, будем стоять действительно до чекпоинта. Ну, этот проход они... Ага! Я только хотел их похвалить, что такой ливень создают. Дождь свинцовый. Думал, хорошо, держат проход! Ничего подобного. Нет! Дельгадо! Как в кино, ты посмотри. Трагедия настоящая. Блин. Уж и забыл. На правую же кнопку. Сзади. Никого. А, ребята. Друзья, я бы вас попросил. Я тут совершенно один. Одинок и беззащитен. Без своих бро.
Ребята, они все идут и идут. Че там встали? Сюда! Не командует он им. На 1.3 не отдает команды. Что-то местность какая-то не такая, по всей видимости. Неподходящая. Ты глянь на него. Говно. Вообще ни о чем. Все идет и идет, а. Мистер Дельгадо. Я тебя как-то похвалил, что ты крайне эффективен. Пойдем. Эй! Ерундой не занимайтесь. Да ты посмотри, нет. Я уж даже серию решил подредактировать. Что-то какой-то бред. Прикончил, блин. По крайней мере, отсюда они больше не вылазят. Взрывотехники эти. Ну, заколебался, правда. Стрелял и стрелял, как в тире настреливал. Пойдем дальше. Вот это вообще меня решетка интересовала, но... Смотри-ка, она теперь открылась. Ну да. Я уж как-то же заикнулся об этом, что игра старая, скрипты тут должны определенные сработать. Мужики, не могли бы вы? И вот с какого-то перепугу вдруг... Ну, активировалась эта решетка. Раньше она была закрыта, и вы ничего не пропустили, я вам это не вырезал. Серия была немножко подмонтирована, там буквально минута, наверное, времени вырезана. Перестрелок тупых абсолютно. Я стоял в одном месте и просто отстреливал этих постоянно возрождающихся взрывотехников. За мной не могли бы пройти. А почему открылась дверь? Ну, просто сработал скрипт, вот и все. За меня там никто ничего не сделал, надо полагать. Прям очень вряд ли. Иди нафиг, мать твою. А, Дельгадо, будьте добры. Ща опять взрывотехники. Шо ж ты так далеко встал? Капец. Ты чё так отстаешь, родной? Ты типа тяжелый такой? Типа тебе тяжело? Вижу цель. А, этот. Сдался. Слабак. Слабак, блин, упадок. Декадентские представления жителей города о прекрасном превратили бани в омерзительную камеру пыток. Лужи блевотины и ванны, наполненные кровью и экскрементами, довершают картину жестокости и садомазохизма. О, хоть немного другая гамма, немного другие хоть цвета, то у меня от этого... От этой красноты глаза уже устали, правда. Ну, пошли пока за Дельгадо опять. Не-не-не-не-не, подождите, мужики, какой Дельгадо? Госпожа Блэк сейчас дела зарешает. Музыка-то какая? Музыка, господи ты, боже мой. Ну, чё-то типа попал. Чё-то сделал. Проще, может быть, было бы взорвать даже. Эй, хорош, ты чё делаешь? Копье кинул в меня? У вас там копья бесконечные? Ну-ка, открывайся. Откройся, засранец. Ай, зараза. Ну, хоть убил, обратите внимание. Попал в щит, но тем не менее. Мне так показалось, что в щит. Ай, как нехорошо. В чем проблема, твою мать? Все. То в цель, то не в цель, не поймешь сразу-то. Слишком, говорит, легко. Я истратил, если не ошибаюсь, гранат 5. Легко. И раза 3, наверное, призрачной пулей. Так, тут какие-то загадки, я надеюсь. Я очень это надеюсь, что тут будут загадки. Подожди с одним. Одного ты сам убьешь. Ах ты, посмотри, гарпии. Я просто подумал, тут какие-то загадки по типу Лары Крофт. Так.
Еще кто? Гарпия. Опачки. И последний. Ну, в ногу как-нибудь. Раз уж ты... Раз уж ты такой наглый, настолько наглый. Лечи, лечи. Поднял? Поднял. Понеслась. Да, нормально выживет. Не встани, не вой. Да ладно, чё вы падаете один за другим? Что с вами не так? От Дельгада никак не ожидал. Подобных выходок. Подобной наглости. Господи. Тебя только не было. Тебя только не было, петух. Черт тебя дери. Опять? Или снова, да? Не опять, а снова. Ладно, давайте... Давайте заниматься отстрелом, как и в прошлый раз. Так эта игра и проходится. Ой, молодец, Дельгада. Ой, замечательно. Только что-то знаете? Только что-то такое ощущение, что выстрелы порой проходят... Просто так, в никуда. Так, меня тогда интересует, наверное, это как Кол, да? Кол управляет временем. Петля времени включена. Петля времени пошла. А как гранаты накидывать? На левую кнопку. Бросай гранату! Божешки же, боже мой! Вот так! Осколочная пошла! Молодец! Врата в отходе. Еще знаете, можно, если они толпой идут. Да я ж комментарии-то читаю. Я и сам это понимаю, но просто не всегда удобно, типа как их остановить магией крови. Спасибо, Симона. Но это только если их прям много-много, и вот они не возрождаются по одному. Чисто! А когда они идут вот так по одному, по два исключительно, то какой смысл? Чисто! Так, меня интересовал вот тот проход. Тут вот типа как загадочки-головоломочки. Что такое? Капитан. Ау. Он автоматически переселился. Капитан говорит. Или... Я сейчас за кого играю? За кого я играю? За Джонса, что ли? Это значит, мне надо переселиться? Ну и куда, даже если так? Никого там нет. А, не, он не автоматически переселился. Это я тут... Привет, Рос! Привет. Это я тут просто на Space и на W нажал. Я хотел подпрыгнуть, а кнопки прыжка-то там тут нет. Там ребенок. Где, где, подскажите, вон он. Джонс, вот теперь... Вот теперь будь добр. Как далеко. Думаю, она хочет, чтобы мы прыгали от человека к человеку, Джонс. Ох ты! Прыгнуть к цели. Вот так, прыгай к следующему. Как интересно, я вообще об этом забыл. Что можно еще и прыгать от человека к человеку. Не просто совершать какие-то действия. Так, я откуда пришел? Ну давай сюда. Ты уже... А, и на рычаг. На рычаг. Все. Во, и... Ту решетку, о которой я думал, как раз ее и открыли. И сейчас по всем вот этим коридорам огромным. Так. Че хотел? Хотел я Кол, наверное. Шибко хорошо она себя показала. В борьбе вот с этими ублюдками. Ну а че они, блин, встали за своими щитами, как девочки? Осколочная пошла. Ну, я ухожу. Так и знал. Так и знал, черт. Ой, это не то. Это, блин, не то. Все. Мне нужна Блэк. Блэк, без тебя никуда. Опа. Вот это молодец. Вот это прям красавец. Всего две гранаты.
осталось. Чекпоинта как такового не было. Сколько их было-то, этих щитоносцев? Человека 3? 2? Я вот прыгал-то, скакал. Неужели всех убили? Ну да. Ты глянь. Ты посмотри. Блин. И чё? И чё мы пришли? Кажется, меня сейчас стошнит, сэр. Это абсолютно сейчас не важно, это значение не имеет. К делу не относится. А, да, все, нашел. Там есть... Они что-то сюда все встали, сюда почему-то все пришли и стоят. Дельгадо мне нужен. Решетку там надо, в общем, поднять. Чем могу помочь? Вот же ж. Сейчас какая-то битва с боссом, очевидно, будет. Огромный зал. Мужики, будьте так любезны меня прикрыть. Ага! Вот теперь. Кол, пока они ничего не видят. Нет, они увидели. Эти сволочи все увидели. Накидывай петухам. Все, уходим. Ха-ха. Вот это молодец, вот это я профессионал. Дельгадо, поскакали. Ишь чё, да? Блин, как эти щитоносцы заколебали. Хочется просто всех разместить. А, это ты, это наше. Хочется всех просто покрошить в мясо к чертовой матери. Они, блин, закрываются. Воу! Обнаглел, что ли, совсем обалдел? Неплохо так. Слышишь меня, нет? Хотел поджечь его. Хотел поджечь, но раз уж ты высунулся, морду свою наглую показал. А, там чё, кто-то лёг, что ли? Что опять за лежанки? Подожди, я дальше пройду куда-то к алтарю или что там такое. Какая-то загадка должна быть. В чем-то же заключается главная идея. А, ну дальше просто пройдем. Сейчас всех отстрелим. Отстреляем. Разберитесь уже. Уж с одним-то. Все, и там решетка неожиданно вдруг открылась. Да. Она не неожиданно открылась, они ее открывают. Вот в чем дело. Ее открывают монстры. Типа как открывают монстры. Возможно, и ту решетку, о которой я говорил ранее, она открылась не сама. Просто нам этого не показали, мы этого сами не увидели, потому что я был где-то в совершенно другом месте. Может быть и так. Скорее всего. Зря грешил на игру, что она, дескать, такая старая и непонятная. И все решается само собой. Не откроет он эту дверь, да и незачем. Ух ты!